С 1 апреля изменится правило проведения экзаменов по вождению в ГАИ. Теперь после 3 неудачных попыток сдать практику можно будет не раньше, чем через полгода, но не позднее 9 месяцев с последней попытки. При наличии административного наказания за вождение в состоянии опьянения или за невыполнение требований о прохождении метасвидетельствования, сдача экзамена запрещена в течение года. Есть еще ряд нововведений. При сдаче практического экзамена на право управления транспортным средством за место 3-бальной системы сейчас вводится 7-бальная система, то есть 7 баллов нужно набирать водителям при сдаче практического экзамена. Изменение коснется сдачи практического экзамена на категорию А. Вместо упражнения «Постановка транспортного средства на парковку» введут упражнение «Колейная доска». Также во время экзамена в машине теперь сможет сидеть не только инспектор, но и представитель автошколы. Причем его основной обязанностью будет контроль за ситуацией на дороге. Но вмешиваться в экзамен по-прежнему нельзя. Сейчас решили вернуть к этому моменту, чтобы сам инструктор или представитель школы сидел за педалями, за дублирующими, и, значит, мог в какой-то случае вмешаться в действия человека, который сдает экзамен, и нажать на какие-то педали, принять какие-то действия. Здесь уже более понятно. То есть представитель школы в данной ситуации – это инструктор, который знает своего ученика, который знает эту машину, что там надо делать в той и другой ситуации. Новые изменения призваны минимизировать дорожно-транспортные происшествия, которые происходят по вине водителей-новичков. Такие изменения, скорее всего, связаны с большим количеством дорожно-транспортных происшествий, именно с лицами, которые управляют транспортным средством, ну, так называемые новичками, которые вот получили только водительское удостоверение и согласно анализу, проведенному управлением ГИБДД главка, были приняты такие решения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.